там на столе лежат на маленьком? Знаешь, когда я узнал, где они хранятся? Приемщика занимался. Папа там был. Я знаю, как и что. Только мне нужны ножницы. Где мои ножницы? Буду распаковывать. Вот они вот стоят. И вот они вот. Тоже распаковываю коробочку с Алиэкспресса. А что это за коробочка? Подожди, Рома, что это за коробочка? Это от Лунохода. Давай я ее распакую. Сейчас. О! Там батарейка. Не заряженная, может быть, там зарядить надо. Что? Вот сначала посмотрим, если он заявленный. Так, что здесь у нас есть? Батарейки для пульта, аккумулятор, для пульта один аккумулятор и провод для зарядки аккумулятора. Это все, что есть в этой коробочке. Да ты меня должна взять одну. Я ее постараться уже положила. О, да. А, то, ну положи там. А, я положу, уже здесь вообще шерсть. А, тогда к себе положу. А кое-кто еда, что ли, это? Ты что, шерсти, по-моему? Да. Ну, тебе это я только помню. Да, так смешно. Жам, что мне делать? Отжимаем его, пожалуйста. Тебе сколько отжиманий осталось? 20. Что делать? Сейчас? Да. Сейчас. Ой, я поясну буду делать. Папа сказал поясну. А, ты заснул? Чтобы я лучше заснула.
А я вот там, когда пришла со школы, испугалась. Чего? Не ожидала таких полосок незнакомых в первый раз. Ой! Что это? Кубики. Дети любят играть в кубики. Я даже не ожидала такого, что у меня когда-нибудь кубики будут. Я думала, это только у мальчиков. Нет, он просто качает пресс. А я всех повалю с одного броска. Правда? Конечно. А я после своего мальчика тоже буду отжиматься? Нет, конечно, я всегда хочу больше отжиматься. Так, хочу. Это умеет. Это зарядка, да? Это его зарядка? Да, это его зарядка. А вот вон это и батарейка еще. А батарейка уже у тебя? Я уже положила на стол батарейки. Нет, да, батарейки уже в пульте. Мама, иди вперед, теперь туда. А как туда идти? Ладно. Классная машина, даже красивее, чем Порше. Динозавра, просто машинку покатай без динозавра, ладно? А почему?